Сегодня вот пришла такая посылка, необычная для нашего канала, потому что эта посылка не из Китая, эта посылка по Украине. Пришла мне здесь шоколад из Германии, в основном, с необычными вкусами, так скажем. То есть это шоколад Ritter Sport, но просто вкусы его довольно необычные. Их тяжело найти у нас в городе, вот просто в простой продаже. Пытаюсь аккуратно открыть, как дурак открываю. Вот. Тяжело такие вкусы шоколада найти в свободной продаже. Накладная. Вот такая упаковочка, то есть я два раза так попросил, хорошо, чтобы ее хорошо запаковали, я не хотел, чтобы шоколад помялся. И эти шоколадки еще дешевле вышли намного, чем в магазине, но с учетом стоимости доставки не супер выгодно, а просто выгодно получилось. Ну, ох, запаковали хорошо, на славу. Я думаю, что они не поломались. Вот такая Ritter Sport с нутом. И с чем она? Я даже не знаю. Ну, неважно. Я не себе брал. Милка чуть-чуть поломалась. Милка с чем? С Орео. Ну, у нас такую не найдешь шоколадку, потому что... Ну, нет таких же у нас шоколадок, чтобы на продаже. В магазинах я не видел. Ritter Sport с мятой. Кто видел когда-нибудь такую шоколадку Ritter Sport с мятой? Я не видел. Ritter Sport с печеньками, то есть шоколадка с печеньками, то есть все шоколадки из Германии. Это очень просто, вкусы такие необычные, так скажем, и какими-то там какао, что-то там с зернами, я даже не знаю, что это. Ну, в принципе, заказывал для своей девушки, вот пришли эти шоколадки. Вот все шоколадки, которые пришли, но не могу я вам теперь порекомендовать этот магазин. Почему? Опять же, заказывал 5 разных шоколадок, даже 6, да, больше 6 разных. Пришли 2 одинаковые, то есть в заказе четко указаны виды, то что такая шоколадка должна была прийти в одном экземпляре, есть в накладной, могу показать. То есть как-то я не знаю, почему они не собрали посылку нормально. Я не понимаю. Ну, то есть, если в заказе четко указано, картиночки есть, все понятно. Почему они этого не сделали, я не понимаю. Ну, в принципе, все. Все равно этих шоколадок у нас не найдешь. Но я не очень рад тому, что пришли две одинаковые. То есть, хотелось попробовать все разные вкусы. То есть, не проинформировали меня или о их неналичии, той шоколадки, которую я хотел. Или я не знаю, как такая ошибка могла произойти. В общем, буду требовать объяснений от продавца. Ну, в принципе, все. Подписывайтесь на мой канал. Много разных посылок, обзоров. С Китая идет куча посылок. И учитесь заказывать на AliExpress.